Всем привет! Вечернее видео. Начинаем без обхода. Друзья, вот такой вот кувшинчик. Первый номер. Полтавский завод. Вот с таким кепелем. 100 гривен. Второй номер. Смотрите, кофейничек. Видите, с кофейными зернами. Это, друзья, у нас Рига. Рига, 100 гривен. Приятный такой цвет. Друзья, вот такой штофчик Львову сдали. Видите, как 6 стопочек, но одной накрыто сверху. Львов, 50 гривен. Рига, друзья, смотрите, 200 гривен. Вот такой красивый цвет, такая громадина. Видите, да, 200 гривен. Такой цвет и впервые такой красивый. Так, друзья, первый наборчик, смотрите, какой большое блюдо, 4 вида тарелочек. Вот это вот самое маленькое, видите, производитель, да, Дружковка. Вот 4 вида по 6 штучек. Пятый номер, 700 гривен. Селедочница. Вот такой получается наборчик. Так, значит, хрусталь, друзья, у нас сегодня везде, где было место, положили. Это сегодняшнее все. Шестой номер, 70 гривен. Вот такая старинная, такая громадная. Кобальт, друзья, седьмой номер. 600 гривен, тяжеленная, вот это понаклеена, или кто-то сам понаклеивал, или такая была задумка, что-то старинное, смотрите, какая форма, видите, да, прекрасная, кобальт, большая она, большой низ такой, вот моя рука, смотрите, громадная, 600 гривен, такая впервые. Такая была, только другого цвета, друзья. Смотрите, вот как какие-то щупальца инопланетного животного. Видите, да? Вот такая красота. Вот такая впервые. Так, наверное, у меня включено намного было, друзья. Вот, смотрите, такая. Небольшая с нарезкой, видите, да, такая форма впервые, насыщенный такой цвет, 250 гривен. Все нарезано по кругу, смотрите, видите, да, прекрасная такая вазочка. Такая вроде была, а может даже есть еще одна, не знаю, надо смотреть. Десятый номер, 300 гривен, друзья, большая. Большая, широкая, высокая. Видите, да? Вот сантиметров 30 с лишним. Ну вот они. Вот так они, видите, по размеру. Вот такая бутылочка, друзья. Смотрите, прекрасная. Здесь от обычной бутылки накручивается пробочка. 150 гривен. Что-то старинное. Вот, смотрите, ага, здесь вот такое сделано. Ну, прекрасный такой, прекрасный. Вот с такой пробочкой. Стаканчик 50 гривен. Это, видно, был, наверное, наборчик. Видите, какой цвет. Вот, и 50 гривен. И такой кувшинчик тоже с нарезкой весь. Необычный цвет, 200 гривен, друзья. Такая красота. Да, такой цвет у нас впервые. 13 номер. 500 гривен, друзья. Смотрите, какая махина, видите, да? Вот так оно все сделано. Смотрите, такая громадная такая. Ну, прекрасный вид, смотрите, да, 500 гривен, красивейший, тяжеленный, да, налить какого-то, ну, как в фильмах, да, там какие-то виски, бренди с таких вот,
с таких штучек пьют, не из бутылок, а именно вот с таких вот квадратных. Наверное, для этих целей оно и сделано. Друзья, вот такая эксклюзивная ваза, смотрите, вся она, ну, необычная, видите, да, какая красивая, все как сделано здесь и с матовостью, прекрасная, друзья, такая высокая, 400 гривен стоит. Друзья, вот такая громадина в первый раз, смотрите, какой блеск. Какая форма, да, громадина при громадина. Вот, хрусталь у нас недорогой, но это, друзья, 600 гривен сдали по такой цене. Ну, вы видите, какой блеск. Ну, вот, например, моя рука, да, вот мой кулак, вот насколько оно выше. Большущая такая, не знаю, конфетница, салатница. Что вы придумаете? 17 номер, 70 гривен. Так, 18 номер, 70 гривен. Ладья блестит с нарезочками. 19, 70 гривен. Видите, такая форма. Тарелочки, друзья. Так, по 70 гривен. Значит, вот, видите, да, Германия. Две штучки таких. И вот такая Германия, смотрите, 70 гривен, 21 номер. Вот такая деколь. И вот этот производитель. Так, таких у нас 4 тарелочки. С розой у нас 2 штучки. И вот, друзья, по 25 гривен такая деколь. Видите, 22 номер, 25 гривен. Без опознавательных знаков. Раз, два, три, шесть. Шесть таких штучек. Видите, да? Ну, такие, не знаю, кто мог такие сделать. Или какой-то набор. Вот такие, друзья. Значит, смотрите, здесь вот какая-то пчелка. На остальных такой нет. Может, хозяева сами прилепили. Видите, вот такой букетик. Таких у нас, это у нас барановка. Таких раз, два, шесть таких штучек. Но с пчелкой всего одна. По 25 гривен, 23 номер. Переходим сюда, друзья. Немного сегодня вывезли уже. Вот такой 24 стекло по 30 гривен. Две штучки. Хрусталь. Так, 25 номер, 70 гривен. 26 на ножках, тоже 70 гривен. Вот такое стекло, друзья. 28 номер, 70 гривен. Так, вот 27, 200 гривен, уже таких, видите, они есть блестящие, есть, ну, нужно чуть-чуть протирать, по 200 гривен. 29 номер, то же самое, 70 гривен. Друзья, пришла хозяйка и избавила цену вот на этот наборчик, видите, да, какая красота. Деколи с добавлением ручных мазков. Вот эти цветочки нарисованные, друзья. Вам прям, наверное, будет видно. Значит, здесь сколько видов тарелочек? Здесь у нас раз, два, три вида тарелок, друзья, по 6 штучек. Два больших блюда, два овальных блюда, супничка, соусник, наверное, сметанница. И вот такой вот набор. Соляночка, перечница и горчичница. 30 номер, друзья, 1300 гривен. Это у нас коростень. Как вы понимаете, да, совсем полностью новый наборчик. Так, сегодняшний наборчик, друзья, смотрите. Вот такая красота, три вида тарелочек, смотрите, вот с таким рисуночком, видите, розы.
Это у нас синельникова первый сорт. Значит, три вида по 6 штучек. Смотрите, вот такая деколь, розочки. Видите, да, первый сорт. Значит, 18 получается. 18 тарелочек. Вот такая вот супничка тюрина. Дырочки нет. Вот такая поварежечка. Смотрите, какая красавица. Это очень редко, как вы понимаете, да. Соусник и вот таких три таких блюда. Одно большое и два таких вот маленьких. Ну, полный комплект, друзья. Единственное, здесь вот на перечнице или на солоночке, видите, есть маленький скольчик. Ну, я думаю, это можно взять любое. Чайные, друзья. Значит так, этот у нас стоит 1300, чайный стоит 800 гривен. 32 номер. Значит, 6 таких чайных пар. Большущих. Видите, тут кружки уже именно для чая. Две таких вот. Не пиалы, ну там печенье положить или что вы там, варенье может какое-то. Масленочка, видите, квадратное уже масло будет довольное. Так, сахар с ложечкой, видите, да, специальный. И заварничек, прекрасный заварничек, одна деколь. И в этом наборе, друзья, доливочник, видите, большой, что очень редко. Ну, громадный получается набор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И этих 12. Значит, 18 предметов. 800 гривен. Синельникова, друзья, новый полностью. Так, вот такие, смотрите, винные. 25 гривен. Одна штучка таких. Три штучки. Таких вот 34 по 25 гривен, 11 штучек. Да, тоже прекрасные такие золото, видите, все на месте. 35-й, друзья, старинный наборчик. Смотрите, какая красота. Первый сорт и барановка. Не знаю, как он называется, друзья. Ну, какие-то леденцы, наверное, или что это такое. Ну, прекрасный. Значит, смотрите, 6 чайных пар. Сливочник-молочник, видите, да, заварничек. Заварничек такой прекрасный. И сахарничка. Друзья, такое стоит и 1500, 1500, такая старинная красота. 36 номер, значит, сегодняшнее приобретение был у бабушки. Значит, бабушка говорит, это ее бабушке подарили на свадьбу, еле уговорил продать. 36 номер, друзья, ей уже больше 100 лет. Бабушка родилась в 1900 году. Раньше выходили замуж там 18 лет. Значит, где-то вот смотрите, в такие годы им это подарили. 550 гривен, друзья, старинная такая красота. Очень редко, да, когда старинные такие вещи доживают до наших времен. Вот такой, смотрите, такие чайные пары, вот такая деколька, песочная, друзья, смотрите, это уже эксклюзив, 66-й год, видите, да, это уже 55 лет этой красоте, три чайных пары по 150 гривен, сливочник-молочник 180 гривен. Видите, да, вот такой заварничек, смотрите, вообще необычная форма, интересная сразу.
сразу бросается в глаза. 200 гривен и вот такая сахарничка, тоже необычная форма, старинная. Смотрите, то же самое 200 гривен. Да, друзья, несут нам эксклюзивы, несут нам старину. Ребята работают, и каждый день у нас изобилие. Видите, да? Так, красные такие вот и стопочки с какой-то пшеницей. Значит, почему выставил эти? Они у нас уже были раньше в обзоре, потому что приехали вот такие стаканчики. Видите, друзья, это уже получается набор стопочек, стопочек 6. Этих стаканчиков 5. 45 номер, 250 гривен. Вот такая красота старинная. Видите, да? Уже можно сделать комплектик. 41 номер. Смотрите, вот такие два бокальчика. Прекрасные. Видите, какая ножка, какая форма. 100 гривен. Ну, значит, комплектик стоит 200 гривен. Вот такой тоже. Смотрите, нарезанный весь 42 номер. Смотрите, какая... Какая лапа у него, видите, да, прекрасная. То же самое, друзья, две штучки, 200 гривен, по 100 гривен штучка. Вот этих три штучки, друзья, 43 номер, то же самое. Смотрите, какая широченная. Ну, прекрасные, прекрасные такие бокальчики. Так, вот у нас, смотрите, 180 гривен, такое в первый раз у нас, и стеклянная, смотрите, тоже что-то, наверное, с тех времен старинная, 46 номер, 180 гривен. Минажницы, друзья, по 70 гривен, если я назвал правильно. Есть тройные, здесь и деленные на 4 части. Две штучки такие по 70 гривен, 47 номер. 48, друзья, вот такой чайный наборчик на 12 персон. Вот такие чайные пары. Давайте посмотрим поближе. Видите, да, такая деколь. Барановка, друзья. Второй сорт. Ну, прекрасный, прекрасный, видите. Значит, сливочник-молочник тоже такой формы. Вот такого цвета сахарничка. Смотрите. Видите, да. И заварничек. 850 гривен, друзья, на 12 персон. Ну, можно, наверное, и 6 штучек отнять, продать отдельно. Это вы уже с Наташей можете все обговорить. 49-й, друзья, смотрите, вот такая вот красота. Смотрите, видите, да, специально для торта. Это у нас, друзья, все барановка. Прекрасная деколь, наверное, с... А, это не деколь, друзья, это ручные мазки. Это все вручную нарисовано. Вот, смотрите, второй сорт. Вот такой, видите, да, лопатка такая сделана. Это я вот только на современных видел. И вот, смотрите, какой этот разносик, подносик. Видите, да, какой... Какой прекрасный. Ну, друзья, такого старинного тоже, как вы понимаете, да, это уже редкость. Женщина не хотела расставаться за ту цену, которую я предлагал. 500 гривен, друзья. Такой вот наборчик для тортика. Поставить, удивить гостей, как вы понимаете. Такой старинной эксклюзивной красотой. Пиалочки, друзья. Вот 50 номер по 30 гривен. Горохи. Так, друзья, вот такой, смотрите. Видите, да, как мне объяснили. Такой вот писающий мальчик. Значит, сюда надо поставить батареечки.
Вот сюда ставятся батареечки, значит, вы наливаете, вставляете батареечки, нажимаете на кнопочку, и мальчик вам вашу дозу, вашу стопочку наливает. Ребята, я думаю, это интересно. Не знаю, не проверял, работает, не работает. Ну, что-то видно, это импортное, видите, да? 300 гривен, вот такой у него этот, как... да. Ну, вы поняли, да? Не конец, а кончик, как говорится. 51 номер. Не знаю, даже почем они, не знаю, не интересовался. Все спешка, друзья. 52 номер, 150 гривен. Вот такой романтический подсвечничек. Вы сюда вставляете свечку, и такой цветочек радует глаз и освещает ваше уединенное место. Друзья, вот такие современные, ну как, полусовременные. Она сказала, лет 10 уже они у нее. Значит, вот такой производитель. Смотрите, интересная форма, что-то сделано под английский стиль, под старину, друзья. Прекрасные такие чайные аристократические пары. 70 гривен. 54-й сливочник-молочник Рига, друзья, 50 гривен. Так, вот такая деколька. Смотрите, то же самое сливочник-молочник без опознавательных знаков. Сахарничка, наверное, тоже Рига. Да, друзья, Рига по 50 гривен. 57-й. Смотрите, вот такая деколька, видите, это птичка с турецких наборов. Не знаю, здесь вот такая розочка, может, это и есть и Турция. Большие такие, большие. Сейчас, что тут такое деколь? Ага, смотрите, здесь маленький. А, все. Тут две птички, друзья. С одной стороны одна деколь маленькая, с другой стороны, видите, какая-то большая. Я сразу не понял. Думаю, на одной маленькая, на другой большая. По 70 гривен, друзья, громаднейшие. Так, друзья, впервые вот такие вот часики с позолотой. Смотрите, в родной коробочке. Вот и 58 номер, друзья, 400 гривен, 1965 год. Видите, да? Вот такая красота. Так, что ж там написано, друзья? Я даже Зил или что? 16 камней, друзья. Ну, 400 гривен, кому нужно. Кому нужно в коробочке. Очередная шкатулочка, друзья. Сейчас получится у меня открыть. Вот, видите, с музыкой. Да, купил сегодня с брошками. Ну, брошки в следующем видео, друзья. Вот такая прекрасная мелодия. Вы сюда ложите свои брюлики. Пока месь их одеваете, для вас играет такая прекрасная мелодия. Вы можете покружиться на пальчиках, одевая свои брюлики. Прекрасные, друзья. Интересная такая шкатулочка. Нажимаете, закрываете, и все. И все у вас прекрасно. Унесли возле подушечки, поставили на тумбочку, когда скучно, включили и наслаждаетесь. Петряковская роспись, друзья. Это 100 гривен круглая. Видите, есть потертости, но сверху, как вы видите, на цветах все прекрасно. Там вот, где черное, вы можете любым лаком, любой краской закрасить, брызнуть и лаком для волос или автомобильным лаком, и все у вас будет прекрасно. Это 100 гривен, 60 номер, 61 такая высокая, стоит 70 гривен. Видите, да, Петриковский роспись, друзья. Так, вот такая кобальтовая красота. Смотрите, двойной цвет. 300 гривен есть. Вот, смотрите, видите, да, манюсенькие
манюсенькие такие вот скольчики. Ну, как вы знаете, да, скоро будет оборудование, скоро мы все это будем убирать. 300 гривен, друзья, такая красота. 63-й, смотрите, вот такой красный цвет. 350 гривен, громадина, вот такая форма. Смотрите, красная с белым, красивейшая, наверное, какая-то конфетница, 63-й номер. 64-й, смотрите, вот такая деколька, немного потертая, по 20 гривен, это у нас Рига, друзья, две тарелочки. 65-й, вот такая ваза, это Тернополь, необычная форма, 80 гривен. И соусник, наверное, или какая-то шкатулочка, нет дырочки для ложечки, уже второй такой попадается мне за 2 дня. Вот было во вчерашнем обзоре, не знаю, купили, не купили. То же самое, такая вроде форма, смотрите, это старый у нас номер. Вот две штучки за 2 дня такие попались. Вот сегодняшняя, 66-й номер. Видите, 100 гривен. Немного статуэточек, друзья. 67-й, смотрите, 600 гривен. Очередной укутыш к нам приехал. Вот такая вот плясунья. Смотрите, красавица. Видите, в таком платье 450 гривен. Вот такая маленькая. Маленькая красавица, 69-й номер, высший сорт, написано, 400 гривен. Карандаш вроде карандаш, 550 гривен, 70-й номер, рубль 55 стоило, да, знаменитый такой клоун со своей любимой собачкой. Так, вот какой-то, не знаю, козлик, да, 100 гривен. Ой, чуть не упало. 72-й номер. Смотрите, вот такой вот прекрасный. Так, это 100 гривен. Теперь 71-й. Наша Таня. Видите, да, прекрасная такая. Прекрасная такая статуэточка. 500 гривен. Высший сорт. Это, друзья, все сегодняшнее приобретение. Вот такая, не знаю, солоночка или для яичка. Видите, можно и так использовать. 100 гривен, 73-й номер. Кракелюрчик там, видите, внутри. Так, это какой? 73-й, 74-й, друзья. Вот такие вот светильнички. Ой, эти, как они... Подсвечники, цена была 14 рублей. Видите, дорогие. Вот такие прекрасные 2 штучки по 350 гривен. 74-й номер. 75-й, друзья, очередной баранчик. Городница, наверное, уже таких штук 5 или 6 у нас. Так, 76-й, вот такие вот чашечки, 2 штучки, по 25 гривен коростынь. 77-й, вот такой вот, вот такая какая-то обливная, видите, смотрите, 100 гривен с крышечкой, друзья. Вот такая вот крышечка, все прекрасно. А ну-ка отними, друзья, а ну-ка отними, значит, есть разные цены. Залез в каталог, там они по 50 долларов, друзья, непонятно почему. У нас 700 гривен, 78-й номер, вот, видите, да, полонная ДКХ, первый сорт. Так, вот этих давно уже не было, почему-то их все время разбирают. Смотрите, какое личико нежное, да, прекрасное, 600 гривен, 79-й номер. И 80-й, друзья, вроде бы березка, если мне память не изменяет. 70 гривен, 80-й номер, да уж, вроде такой набор у нас был.
назывался «Березка». Сразу там его купили, и за ним была война. Друзья, 29 минут. Видите, я сегодня как метеор побывал на 4 квартирах в Днепре. В 2 подъездах пригласили бабушки и на барахолочке у нас. Неплохо скупился. То, что приготовили вчера для видео, все осталось дома. Друзья, подписываемся. Каждый день новый товар, каждый день эксклюзивы. Как вы видите, освобождаем магазин от ненужных тарелок, от ненужного стекла, чтобы вам было все прекрасно видеть. Потому что в таком вот изобилии, как говорится, очень плохо что-нибудь увидеть. Подписываемся, пишем комментарии и ждем новое видео. И самое главное, делаем заказики. Друзья, сегодня работаем допоздна. Звоните, не стесняйтесь, до 10 точно. После 10 не рекомендуем, будем матюкаться. Всем до свидания, друзья. Ждите новое видео.